Италия на экране. В Новосибирск привезли картины молодых итальянских режиссеров. Некоторые авторские фильмы малобюджетные, их снимали прямо на улице. Все ленты связаны с солнечным регионом Тоскана и все объединяет тема «Поиск счастья и истинных ценностей». Есть в программе документальная лента и классика. Вероника Иванова подробнее. Фестиваль нового итальянского кино стартовал с картины «Лучше дома места нет». Она о семье, которая в этой европейской стране, как и во всем мире, меняется. Героев обуревают страсти под одной крышей родительского дома даже во время семейного торжества с самыми близкими. Им тесно и некомфортно. Очевидно, что счастье в семье обрести удается только старшему поколению. Очередной, уже 11-й в Новосибирске, фестиваль NICE – New Italian Cinema Events. Фестиваль, посвященный молодому кино и призванный нести знания, продвигать современное молодое авторское итальянское кино во всем мире. В 40-летних новое итальянское кино уже в другой картине. Гость показывает без жалости, как не имеющих стабильности ни в делах, ни в любви и ищущих себя. Выбор фильмов для Новосибирска особый. Через эту подборку хочется показать современную Италию, современные поколения, которые находятся в кризисе, поиске. Италия переживает экономический кризис. Ожидания поколений сталкиваются со сложностями и поиском новых ценностей. Каждый день до конца недели на экране кинотеатра «Победа» разные картины. Искать счастье продолжают 5 неудачников-героев фильма «Отель Гагарин». Они отправляются в Армению снимать кино, но все идет не по плану. Социальная драма «Один шанс на всю жизнь» будет интересна подлинностью деталей, ведь снимали ее прямо на городских окраинах. А вот комедия «Приправить по вкусу» о герое с синдромом Аспергера показывает, как преодолеть навалившиеся трудности особенному человеку. Есть в программе и документальная лента о последних ковбоях Италии. Фильм показывает, как ковбои тосканской Моремы сохраняют свои традиции, которым больше 100 лет, в местечке, богатом на красивую природу. Им до сих пор удается выживать в этих диких пейзажах. В подборке фестиваля оставили место не только экспериментам, но и всемирно известной картине с Джуди Денч и Шер от Франко Дзефирелли. Чай с Муссолини о том, как в провинции стараются сохранить привычный образ жизни, в то время как столицу сотрясает смена власти. Фильм закрывает фестиваль как контраст с кино современным. Ленту можно будет обсудить с кинокритиком Алексеем Кожемякиным. Этот фильм покажут на английском, остальные ленты на итальянском для полного погружения в культуру. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!